Move through the book of Zechariah again. Мы с вами будем продолжать изучение книги пророка Захарии. Getting off to a good start yesterday. Вчера мы приступили к ее изучению. And then following Zechariah, of course, there is only one more book to study. И как вы знаете, после изучения этой книги у нас останется только одна книга. That would be the book of Malachi. Книга пророка Малахии. All right, we are starting at Zechariah chapter 4. Мы с вами продолжаем с 4 главы книги пророка Захарии. And this is the fifth of the night visions that Zechariah has. Это пятое из ночных видений, которые были явлены пророку. Now you'll remember that the first message Zechariah brought was a call to repentance. Насколько вы помните, как вы помните, первое видение было связано с призывом, нет, первое послание было связано с призывом к покаянию. The second message consisted of eight night visions. А второе послание состояло из восьми ночных видений. All on one night. Все эти видения были даны ему в течение одной ночи, одно за другим, последовательно. The fifth vision has to do with golden candlesticks. Пятое видение – это видение светильников, золотых светильников. And the Lord wakes Zechariah up. Господь пробудил Захарию. So we get the impression that he has a vision. Итак, у нас создается впечатление, что ему дано видение. And then goes back to sleep. А дальше он это видение видит, а потом снова ложится спать. And this happens throughout the whole night. То есть в течение всей ночи он видит какое-то видение, как бы пробуждается, пребывает в определенном состоянии, потом снова засыпает, потом опять пробуждается и так далее. Now let's listen to verses 1, 2, and 3. Теперь давайте будем слушать стихи с 1 по 3. «И возвратился тот ангел, который говорил со мной, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для Илея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее». Seven is the number of perfection in the Bible. В Библии цифра 7 является собой символ совершенства. This particular lampstand has seven spouts. В этом светильнике 7 лампад. And then along with each of the spouts are seven more spouts. И по 7 трубочек у лампад, которые наверху его написаны. So it is double or seven times perfection. То есть, понимаете, получается два раза по семь, то есть символ абсолютного совершенства. And what this indicates is a limitless supply of oil. Здесь еще также дается указание на безграничное количество елея. A lamp that will never go out. То есть лампады будут гореть все время, постоянно, потому что елей будет поступать все время. Verses 4 through 6 give us 4 по 6 the encouragement that Zerubbabel will need to continue his work. Дается ободрение, которое необходимо Зарававелю для того, чтобы он продолжал свою работу. This vision is given to encourage him in the rebuilding of the temple. Это видение было необходимо для того, чтобы ободрить его для восстановления храма. So here are the verses. Итак, вот слушайте эти стихи. «И отвечал я, и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И сказал я, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Now it's possible that Zerubbabel had become discouraged in his work of rebuilding the temple. Вполне возможно, Зарававель чувствовал себя несколько обескураженным во время восстановления храма. This is, after all, a God-sized project. В конечном итоге это проект Божьего масштаба. There were enemies all around. Вокруг были враги. The people had become unmotivated. Люди утратили мотив какой-то для
построении этого храма. And here is Zerubbabel trying to push this project forward. А Зарававель все-таки пытается закончить, завершить начатое дело до конца. And he's reminded that accomplishing this task is dependent on the Spirit of God. И здесь ему дается напоминание, что завершение этого как бы проекта, этого великого дела, будет не воинством и не силой, но Духом Господним. At its best, man's power is insufficient for the work of God. Даже при своем максимальном выражении, при своем максимальном масштабе сила человеческая не способна, недостаточна для того, чтобы совершать труд Божий, какие-то дела Божии. And our weakness is no hindrance to the work of God. А наша слабость, наша немощь не должна быть препятствием для дела Божьего. The work of God is dependent on the Spirit of God. Потому что дело Божие зависит от Духа Божьего, не от нашей с вами силы. It was in Zechariah's day, and it is in our days. Так было во дни Захарии, так остается это и в наши дни. Sometimes it may seem like the jobs, the tasks we want to accomplish for the Lord are like mountains. Иногда кажется, что те дела, которые мы хотим совершить для Господа, подобны горам. Can anyone relate? Как вот у вас в жизни было такое переживание, вот такой опыт, кажется, что неподъемное какое-то такое дело? Things that God has put on your heart that you want to accomplish for Him. You think, how can I ever do this? Господь кладет на сердце какое-то бремя, да, и говорит, вот вы чувствуете призыв, что Он хочет, чтобы вы это сделали, а вам кажется, что это для вас совершенно невозможно, потому что дело поражает своей масштабностью. Evidently, that is what вы вопрошаете, Боже, ну как же я смогу это сделать? Вот очевидно, Зарававель, возможно, чувствовал себя примерно так же. And more encouragement is given to him in verses 7 through 10. А в 7-10 стихах Зарававелю дается еще больше ободрения. «Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне, руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руках Зарававеля те семь? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». So he faced this mountain of a task. И так ему кажется, что перед ним дело величиной с гору. And verse 9 is the absolute promise that Zerubbabel will complete the task. А в 9 стихе говорится о том, что Зарававель совершит это дело, это обетование от Бога. His hands that began the work will complete it. А его руки, которые начали это дело, завершат его. And the task was literally fulfilled in the 6th year of Darius's reign. И это задание, это дело было действительно завершено в in the sixth. Sixth year, yes. The second year was 520. It was built in 516. В 516 году. Okay, and then we have this wonderful picture at the end of this vision. И далее нам рисуется такая великолепная картина в конце этого видения. Of the two olive trees on either side of the lampstand. Двух маслин. Одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. Стихи с 11 по 14. «Тогда отвечал я и сказал ему, что значит те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить и сказал ему, что значит две масленичные ветви, которые через золотые трубочки изливают на себя золото? И сказал он мне, ты не знаешь, что это? Я отвечал, не знаю, господин мой, и сказал он, это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли». Now, of course, there's wild speculation about who these two anointed ones are. Конечно, до сих пор идут всевозможные споры по поводу того, кто эти два помазанные елеем. In some sense, they are channels of grace. В некотором смысле это такие каналы благодати. And they are the means by which God's grace flows to the nation. То есть это те инструменты, через которые Божья благодать изливается на народ. And even though the text doesn't tell us, и даже несмотря на то, что в тексте прямо не говорится, кто это, I'm going to go out on a limb and make a guess. Я хотел бы предположить, сделать предположение. I think that these two anointed ones are Zerubbabel and Joshua the high priest. Мне представляется, что эти два человека — это сам Зарававель и Иисус, первосвященник. They are the specific instruments through whom God is working to see to it that the temple is rebuilt. То есть они орудия в руках Господа при совершении великого дела по восстановлению храма. So, that is the
The fifth vision that we find in Zechariah. Итак, это пятое видение, которое дано Захарии. And it reminds us of Philippians 4:13. И в связи с этим на ум приходят слова Philippians 4:13. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. I can do all things through Him who strengthens me. Ибо все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. John 15, verse 5. Иоанна 15:5. Apart from me, Jesus says, you can do nothing. Ибо ничего не можете делать без меня. And here we have in the Old Testament. Говорит Иисус Христос. И здесь, в Ветхом Завете, мы находим подтверждение той же самой мысли, когда Господь изрекает такие слова. Не силою, не воинством, но духом моим. Да, это вопрос. Не силою, а воинством я хотел спросить. Что это обозначает, не силам, не воинством? То есть не своими физическими силами, да. Или там как, да? Но духом Господа. So that means not by strength or efforts that we make, but by the Spirit of the Lord, right? It doesn't mean that we don't use our strength. Но это не значит, что мы не должны применять свою силу. It just means that our strength is not the determining factor. Просто означает, что наша сила это не определяющий фактор. Да, определяющим фактором является сила Божия, дух Божий. Да. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. All right, let's move to the next vision. Давайте перейдем к следующему видению. In chapter 5, verses 1 through 4. Изложено оно в пятой главе, стихи с 1 по 4. And this is a prediction that sinners will be purged from the land. Will be what? Purged, taken away from the land. Здесь дается предсказание о том, что грешники будут удалены из земли. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лице всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Саваоф, и он войдет в дом Тати и в дом клянущегося именем моим ложное, прибудет в доме его, истребит его, и дерева его, и камни его». Okay, this would be a pretty unusual vision to see. Достаточно необычное видение, с этим следует согласиться. We normally think of scrolls being somewhat small. Обычно свитки бывают небольшие. Roll them out, you can read on them. Свитки эти обычно в трубочке, мы их разворачиваем и читаем, да? This is a very, very large scroll, and Zechariah sees it flying across the sky. А этот свиток поражает своими размерами, и Захария видит, как он передвигается по небу, летит по небу. 20 cubits by 10 cubits. Длина его 20 локтей, а ширина 10 локтей. Roughly 5 meters by 10 meters. Ну, если примерно в метры переводить, то 5 на 10 метров. Okay. Okay, so that is amazingly the exact same dimensions as the holy place in the temple. Удивительно, но по размерам это совпадает со святая святых в храме. So the thought is that just as holy as the temple is, и мысль здесь проводится следующая, насколько свят храм, that is how sinful the people of God have become. Настолько грешными стали люди. And the two sins that are mentioned are stealing and swearing. И здесь конкретно упоминаются два греха. Это грех воровства и грех ложной клятвы. One each is taken from each of the first or second five of the Ten Commandments. Как вы помните, было дано людям 10 заповедей, и первый грех, воровство, входит в первые 5 заповедей, и второй грех входит во вторые 5 заповедей. So swearing, taking the Lord's name in vain, is from the first tablet of the Ten Commandments. Ложная клятва упомянута на первой скрижали. And stealing from the second five. А воровство на второй скрижали. And the thought of this is that this scroll going away. И вот смотрите, свиток этот улетает. Indicates that God will do away with those who are guilty sinners. Это означает, что Бог истребит всех грешников, которые повинны. So the land will be беззаконием. И земля таким образом будет очищена.
Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.